25 лет назад Крымский инженерно-педагогический университет получил путевку в жизнь и стал колыбелью возрождения крымско-татарской культуры. За эти годы вуз прошел большой и сложный путь к успеху. Смотрите на нашем канале фильм об истории и современности учебного заведения 13 ноября в 17:50. В повторах в эту среду в 21:50. В воскресенье 19:00 на телеканале «Билет».